Всем привет! Сегодня я сниму видео про свою коллекцию камней. Давно хотела. Это она. Лежит здесь. Это такой интересный камень с крестиком. Сразу сюда будем ложить. Лава окаменелая мама принесла. Такой кусок. Стоп, это я стейк называю. Это из детского сада какой-то со следом. Кремень. Такой камень, если потереть, будет пахнуть. Не очень приятно. Это лучше не тереть. Вот это тоже какой-то камень. Ну, он уже мне просто такой интересный, кажется, конечно. Ну и про эти тоже нечего сказать. Про это тоже нечего. Ну то, что он красивый только если. Как гранит альбинос. Очень красивый. Вот. Фокусируйся. Ладно. Уголь около школы нашла. Такой. Какая-то окаменелость, я не знаю, около кафе собрала. По-моему, это какое-то растение окаменелое, водное. Там около кафешки была речка, поэтому неудивительно, что я его там нашла. Это, я не знаю, что. Какая-то окаменелость. Это вот очень интересно, что. То вот здесь следы такие. Я даже не помню, откуда эта штука. И вот этот вот очень интересный камень. Мы его в Германии, когда я была маленькая... Простите, сейчас подниму. Была маленькая, нашли. И мы даже проверяли, это не ракушка или не выползет оттуда дома кто. Но оказалось, это камень. Загадочный камень. Вот это... Тоже половина одного камня. Одной бабушке подарила, нашла сразу две. Прям так лежали в парке. Тоже загадочный камень. Ладно, не смешно. Ладно, не смешно. У него очень красивые разводы какие-то. Около мусорки нашла. Так, что это будет здесь за... это кристальчик валяется. Вот, сфокусировалось. Красиво. Вот это вот тоже кристалл, если вот там вот... Вы, наверное, видите размытое пятно. Кристалл. Вот это вот такое тоже растение. Можно сказать, это неизвестно, что НЛО. Это тоже НЛО. Это или это какой-то кварц, или опять кремень надо пометить. Это вот, я думаю, оружие древнего человека вот из парка нашла. Вот когда не надо, ты фокусируешься. Это вот из Калининграда штука. С бабочкой. Кинтальчик такой очень приятный. Один из моих любимых. Это я сама тоже на стройке нашла. Один из первых окаменелостей. Красивый такой. Необычный скорее, некрасивый. Вот здесь вот какие-то следы интересные. Очень. Это вот камень с дырками. Это вот со следиком. Если вы не помнили по разводам. Это коренный бог называется. С камень с дыркой насквозь. Вот. Видно камни. Так, эту сторону мы закрываем. И берем вот эту сторону. Так, эти. Окаменелый тростник. От дедушки утащила.
Какие-то две ракушки интересные. Вот это всякое счастье, пока меняла белка. Сейчас это надо как-то... Погодите, надо это счастье достать. Достала. Будем постепенно укладывать и смотреть. Так. Вот это ракушечка окаменела из набора. Так, вот здесь вот следик расфокусироваться. Ну ладно. Я не поняла, это сама нашла аммонит из набора. Вот это зуб акулки какой-то. Вот это вот камень. Окаменелая раковина. Вот это вот какой-то тоже вроде жилы в камне. Это всякая... Это ракушка. Я не знаю, что. Причем вы можете видеть то, что оставшееся. Это по всему можно не объяснять, только вот этот бы показал. Очень интересно. Если вы догадываетесь, что это, пожалуйста, напишите в комментариях. Аммонит – это какая древняя ракушечка, и его можно соединить. Получится так, ракушка. Какое-то тоже что-то. Тоже что-то. А так, это вообще не нужно. И деревца каменные не достают. Вот это вот просто раковина. Вот это вот с минералом что-то из стройки. Игра света. А вот это ракушечник, не хочу его доставать. Сильно. Это тоже НЛО. Если знаете, пожалуйста, мне очень интересно и хочется узнать, что я нашла. Напишите в комментариях. Можно написать догадку или точный ответ. Мне будет все равно приятно. Полосатая какая-то камушка. Тоже с кусками раковины от камня. Погодите, нос чешется. Все. Вот это как-то сюда попало, как его не раздавили, кусок ежа морского. Это тростники окаменелые обычные, не хочу их выковыривать. Такой же, как вот этот, только поменьше. Тоже вот со следом. Это очень интересный камень. Мне он принес удачу, вот такой с крестиками. Если вы тоже знаете, что за крестики, откуда они, напишите в комментариях. Вот это вот тоже камень. И еще раковина. Но если вы хотите узнать, добавится ли что-то сюда, и что я еще найду и о природе, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео.